В Петропавловске проездных билетов хватило на всех льготников, сообщили в городской администрации. На участках расчетно-кассового центра продано более 25 тысяч льготных проездных на май. Продажа проездных билетов будет вестись до 5 мая включительно. Но уже сейчас видно, что льготные проездные приобрели все, кто хотел, сказали в РКЦ. Там отметили, что даже остались лишние 7 тысяч билетов. Они оказались невостребованными. Эти проездные утилизируют.